Хай-хай, дамы и господа, и сегодня я расскажу вам, как же получить посылки с AliExpress, китайские посылки, в почтомате. Собственно, после того, как вам пришла смс-ка с адресом банка, с адресом отделения банка, в котором они находятся, вы идете в банк и следуете дальнейшей моей инструкции. Там нет ничего сложного. В общем, вот так вот выглядит почтомат. Вот так вот выглядит терминал. Собственно, нажимаете «У меня нет карты», авторизируетесь, по номеру телефона вам приходит смс-очка с кодом, и вы попадаете в менюшечку. В менюшечку, грубо говоря, в вашу админку. Привязанную, также там будут привязанные карты к вашему номеру телефона. И, собственно, мы видим, что у меня две посылки висят. После того мы кликаем «Открыть». Посылки уже оплачены, естественно, остается только просто открыть почтомат и забрать посылки. После открытия происходит щелчок, вам терминал распечатывает чек, и вы забираете свою посылку и радуетесь. Собственно, и все. Вот единственный недостаток, что посылки приходится забирать каждую отдельно, то есть сразу несколько ячеек открыть нельзя. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, пока!